В Казахстане есть все возможности для выращивания чемпионов в зимних дисциплинах, считает заслуженный мастер спорта Айдар Махметов. Для этого, по его мнению, нужно перестать вливать большие суммы в футбол. Эти средства лучше перераспределить между другими направлениями, а для этого необходимо пересмотреть приоритеты государственного финансирования. Также эксперт предлагает изменить отношение к урокам физкультуры в школах. Об этом он рассказал в эфире нашего телеканала. Вот эта спонтанность, она пропала. То есть маленький ребенок, он же не понимает еще, хочет он этим видом спорта, нет, не хочет заниматься. Через ту же физкультуру, где он на лыжах катается, может у него потихоньку проснуться любовь к такому виду спорта. В том числе это касается и коньков, конькобежного спорта. В зимнее время мы и на коньках катались, и на лыжах, именно когда физкультура у нас была. Поэтому нужно возвращаться к этой системе и попытаться пересмотреть, по крайней мере, наши приоритеты и на зимние виды спорта также упор сделать, потому что для нас, для этого у нас все условия есть. И лыжами можно заниматься, и трамплины построили в Щучинске, и в Алма-Ате, и биатлоном можно заниматься, и конькобежным спортом, и фигурным катанием. Нужна массовость и упрощение условий для детей.